что самоцветные камни есть и в других местах, их добывают по всему земному шару. И есть определенные места, которые славятся добычей драгоценных камней, но уральские камни особенные. Они отличаются от добытых в других месторождениях своей чистотой, своим необыкновенным насыщенным цветом, в конце концов своей величиной. Вот начинался ролик с камня Александрита, одного из самых интересных и дорогих камней Урала. Самый большой кристалл Александрита, который у нас добыли, весил более 5 килограммов. Представляете, какой это желвак огромный. Таких крупных камней не находят больше нигде. А еще эти камни как будто бы вобрали в себя цвета уральской природы. Я не случайно драгоценности поместила на фоне фотографий нашего Урала. И вы можете сравнить все эти и топазы, и малахиты, и александриты. Они, кажется, впитали цвет нашего Урала.